360. Ой, только мне много не ливай. А чего это? Это еще почему Ким Лала? Так я сегодня вечером в Сеул лечу. Сеул? Да. Так давайте, может, выпьем за Сеул? Давайте за Сеул. Как я рада, что мы с вами наконец-то собрались. Давайте за нашу дружбу выпьем. Давайте. Правильно, сколько лет. Правильно. А что же мы это, за Новый год-то еще не выпили? Действительно. Действительно, вот пусть, как Надя, скажет тост. Скажи. Давай. Да, скажи. Слушай. Чтобы у нас все в новом году было, о, и нам за это ничего не надо. Так, здорово. А кто у нас должен был в Сеул лететь? Ким Лала. Она не может. Она совсем пьяная. Может, ты? Исключено. У меня аж сегодня вечером караоке. А может тогда Пак Надя? Не исключено. Надя, вставай. Тебе же сегодня все улететь. Улететь? Тогда попрошу вас расчистить взлетную полосу. Внимание! Говорит капитан корабля. Пристегнуть всем ремни безопасности. Мы взлетаем. Да-да. Надо полететь. Да, Кимлина. Да. Да, конечно, продавайте. Да-да. Да, я дома. Все. Кимлина, ты вчера продала 300 тонн кимчи? Почему нет? Ну все, ты уволена. Что? Проснитесь! Слышите? Вы живая или нет? Немедленно вставайте. Надо, надо меня трясти. Вставайте, вставайте, вставайте. А кто вы такой? Что за кошмар? Как живо убирайтесь из моей квартиры. Из вашей квартиры? А где, по-вашему, я живу? Этого я уже не знаю. Мне кажется, один из нас сумасшедший. Да, я даже знаю, кто. Караул. А почему вы переставили мой шкаф? Наконец-то вы начинаете прозревать. Да что тут прозревать? Вы ворвались ко мне в дом, переставили мебель. Ваш дом? Да, я здесь живу. Город Пусан, первая улица BTS, дом 7, квартира 13. Пусан? Вы думаете, вы в Пусане? А вы думаете, я где? В Пусане. В моем Пусане. Вы в Сеуле. Это что же, я улетела вместо Ким Лалы. И я сейчас что, в Сеуле? Скоро 11. Ко мне уже должны прийти с минуты на минуту. Выметайтесь. Ну вот, я же говорил. Привет. Привет. С наступающим, Кимженя. Даже не представляешь, как я по тебе скучала. Я тоже тебя ждала. Только что разговаривала с мамой. Она ждет нас завтра на обед в честь нашей помолвки. Кстати, у меня есть для тебя подарок. Эти часы я выбирала специально для тебя. Спасибо. Какие красивые.
Я тоже приготовила для тебя подарок. Только он в комнате. Подожди. Ипполье, тут такое случилось? Что? Это звучит смешно, но... Я прихожу домой, а у меня на кровати незнакомая женщина. Женщина? Какая еще женщина? Подожди, подожди, подожди. Я не понимаю, какая такая женщина? О чем ты говоришь? Отличный ты мне подарок приготовил, спасибо. Вы все не так поняли. Он не виноват. Да, я не виноват. Кто это? Я ее не знаю. Как она сюда попала? Это невероятная случайность. Она тоже живет на первой улице BTS, дом 7, но только в Пусане. Да, я живу в Пусане. Они поехали провожать Ким Лалу на аэродром. Ким Лала? Какая еще Ким Лала? Где Ким Лала? Где Ким Лала? Я сейчас вам все объясню. Как она попала в твою постель? Я же тебе говорю, я первый раз ее вижу. Как же наша помолвка? Ты меня совсем не любишь. Я не могу терпеть такое отношение. Япония! Все, все, выметайтесь из этого дома, выметайтесь. Простите, простите меня, пожалуйста. Я не хотела, чтобы так получилось. Я сейчас же куплю билеты, сейчас. Ой, я первым же рейсом. Пусан, первым же. Да я сам куплю вам билет, главное поскорее уходите. Ну как же так? Этого не может быть. Что, ни одного билета? С вами одни проблемы. Уходите уже. Ну, не выгоните же вы меня на мороз. Там целых плюс 15 градусов. Что же с вами делать? Подождете в аэропорту. Здесь вы не останетесь. Как же я поеду? Ну, такси в новогоднюю ночь. Не дождешься. Черт с вами. Делайте, что хотите. Праздник уже испорчен. Спасибо, спасибо. Я завтра первым же рейсом. Первым же. Есть будете? А то еда пропадает. Вот, спасибо. Я уже думала, не предложите. А я смотрю, вы не из стеснительных. Ну, раз уж так случилось, давайте хотя бы праздник отметим. А давайте. Я хотела бы выпить за вашу доброту ко мне. Вы, оказывается, совсем не такой, как мне показалось в начале. А какой же я? Вы... Женя, в общем, я, наверное, погорячилась. Я готова дать тебе второй шанс и выслушать. Расскажи, что это вообще было. Я думала, ты уже не придешь. Ладно, пошли. Она еще здесь? Ну не выгоняй же ее на улицу, самолет только утром. Так, я смотрю, вы тут хорошо устроились, вы уже поужинать успели. Ну не оставаться же голодными. Ну да, конечно. Может, между вами еще что-то произошло? Да как вам не стыдно? Если вы его любите, вы должны ему доверять. Женя, если она сейчас не уйдет, я расторгну помолвку. Япония, что за бред? Я сейчас пойду к родителям и будь уверен, что отец не сделает тебя председателем нашей компании. Делай, как тебе угодно. Прости меня, пожалуйста, из-за меня у тебя столько проблем. Не переживай. Я думаю, так будет правильнее. Ведь я ее совсем не люблю. Зачем тогда помолвка? Это было решение наших родителей. Все ради слияния наших компаний. А я думала, богачей проблем не бывает. Ничего ты не понимаешь. Эти часы она подарила? Да, что? Зачем тебе часы от нелюбимой? Это уже не твое дело, что мне носить, а что нет. Они тебе не идут, сними их. Кто ты себе позволяешь? Ребята, а это я ломаю вам дверь. Ой. Пришла поздравить вас с Новым годом, с новым счастьем.
Ипполия, я тебя первый раз вижу в таком состоянии. Да, я сейчас тоже первый раз тебя вижу в таком состоянии. Но я тут перекушу, если вы не против. О, салатик тут. Что не доедет? Это хороший салат. Да знаете, Новый год тут хочется войти какой-то легкой, новой, чистой, смыть с себя всю эту грязь прошлого года. Так ведь Новый год уже наступил. Чего я сижу-то? Правда, что я сижу? Кажется, она включила воду. Зачем? Ты что, с ума сошла? Что ты делаешь? Вылезай оттуда. Достаньте от меня. Снимите хотя бы шляпу. Не так хорошо. Женя, за такой короткий срок разрушить старое очень просто. А вот построить что-то новое невозможно. Куда ты собралась? Вы же простудитесь. Отстаньте от меня. Какая сумасшедшая ночь. О, у тебя что, есть караоке? Пойдемте, я же вам говорила, вон они, ну смотрите же, вон они. Моя подмедя приехала. Всем привет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Наступает Новый год, и мы хотим поздравить вас с этим замечательным праздником и подарить вам подарок. Мы решили устроить конкурс и подарить вам альбом BTS Butter. Условия конкурса простые. Надо подписаться на наш канал и оставить честный отзыв о наших видео. Честно не надо, давайте хвалебный. Ну или так. Не забудьте указать в комментарии, что вы участвуете в конкурсе. Встретимся в новом году и всем